Здрасте, зрители, подписчики моего канала, на канале Джека Просто, это просто Джек Просто. Всем здравствуйте. Так, сегодня как вы поняли по картинке, мы сегодня будем ухаживать за тройняшками. Так, дальше у них. Тут. И каренька делает. Сначала кормление. Так, окей. Поехали. Да, звук, конечно, такой, как будто вот не воду наливает. Ну ладно, не будем придираться, как говорится. Давай, давай, давай. Так, давай, поехали. Единственное, тут первый уровень показывает, я так понимаю, индивидуальность близнецов. Как бы это самое, ну, блин. Давай, давай, давай. Ну логично. Так, ложку. Не, просто мы сегодня поговорим об этом. Ну, давай, давай, давай. Так, мешаем, мешаем. Снизу вверх, снизу вверх. Да, извините немножко. Музыка, то есть, не выстрел, надо было посмотреть. Ладно. Так, ну, само собой. Надо вытереть. Так, куда ты, блин, на элемент? Так, единственное, приходится... Давай, давай, давай. Да я даже вот просто вот. Wonderful. Ничего себе. Так, ладно, окей, блендер. Используем чисто шедевральную нарезку. Так. Так, вот так вот. Да блин. Да еще раз. Нинджа. Нинджа. Давай, блин. Ну что за...
Давай все. Отлично, ты окей. Так, ну это легко. Зарисовываем на кубу блендер. Кстати, блин, единственное, если не ухаживать за блендером и не мыть его после каждого вот такого кормления. Конечно, его постель режущие могут затупиться, и блендер можно выкидывать. Ой, целого. Да звук как сильно нету. Так, давай. Как бы, блин, взаимодействие такое, да что? Да что такое-то, алло? А, сразу хочешь? А в чем разница? Может, было на тарелке, почему писка? Ну, не знаю, может... Вот я единственное не понимаю, как это не очищенный горох в блендер? Это вообще... Не знаю, может быть. Не, ну, хотя я в детстве помню, мы горох с этими стеблями ели, но поверьте мне, это не особо вкусно. Может быть это полезно, но не особо вкусно. Так, окей. Я говорю, вот это вот. Так, перчик. Красный перец блендер. Его еще называют болгарским перцем, но я понять не могу, почему болгарский. Какое отношение он имеет к Болгарии? Да, давай. Да вот почему-то просадка по FPS, что ли, я понять не могу. Мне игра перестала реагировать. Так, давай. Ну, естественно. Так, тут смотрите, как бы масло, ну, понимаете, как бы по уму готовят, сначала добавляют масло, потом, ну, другие. Ну, так как это для ребенка, то, наверное, допускается без добавления масла. Для чего вода нужна? Для того, чтобы это самое сковородка не перегрелась. Вот так вот, ну. Только овощной салатик, такой вообще огонь. Давайте, ну что ты? Да не хочет взаимодействовать, я не знаю, что мне не нравится. Да все уже перемешать, уже готово. И типа того такая овощная смесь, и естественно по технике безопасности подключаем электроплитку. Знаете, вы больше на гавайскую смесь похоже. Там, по-моему, не, почему кукурузы? Не, ну гавайская смесь тоже прикольная. Там, по-моему, рис, горох и еще что-то, блин, я не помню. Кукуруза точно там есть. Так, берем лапку. Видишь,
Сразу лайк ставит. Молодец. Не знаю, только ложку сразу лайк. Может быть, это мотивация? Ладно, не надо, не буду бояться. Короче, грызни. Видите, тут и отмечается. На столе. Давай. На столе отмечается, типа, тоже. Даже покормлено, уже кормить не надо. Так, ну и третье блюдо для третьей тренировки. Блин. Давай. У нас фруктовый салат получается. Давай. Чудо, до мельчайших подробностей просто готовка. Да ехарный, давай, ты сколько тут ингредиентов. Мне говорят, тут такой витаминный удар будет для ребенка, я тут чувствую. Короче говоря, вот так вот, на. Естественно, опять почему-то идет небольшая просадочка, и игра не реагировала, но мы ее перехитрили, скажем так. Ну вот такой вот витаминный салат получается, уже фруктовый салат, понимаете, наша вторая. Сейчас вот так вот попробуем. Нахрен, ну правильно, мы так обедаем, у нас еда везде. Тут не там, где нужно, ты алло. Алёна, блин. Алёна. Ты сейчас еще подумал. Давай. Ай. Ну, красавец, молодчик. Ну, давай тебя еще заодно покормим. Ну, охренеть. Да. Ну, а чё? Как говорится, большой семье надо делиться, блин. Так вот. Значит, третья щедрость на всех вычает. Чего там такого? Давай.
сын регулировать рамку приходится. Ничего страшного, я думаю, мы переживем этот момент, так сейчас. Зависло в воздухе у нас. Ну, это не призрак, это просто показывает. Куда я... Куда ее посадить? Или положить, я не знаю. Короче... Так, короче, первым делом мы зовем игрушки. Пожалуйста. Пожалуйста, блин, ну... Не понял, это пластмассовая игрушка такой звук издала. Ответственный момент. Вот даже в книгах написано, даже заходят за близнецами. Второго, ну лучше таким способом. Просто понимаете, как бы, тут есть теория 5 минут, то если как бы будем уделять одному очень много времени, второй и вторая, и третья, ну одной, естественно, у нас же тут девочки, ну вторая, и третья будет орать было богим матом, чтобы такого не произошло, лучше вот так вот действовать. Ну это, понимаете, это теория 5 минут, типа того. Ну, если 5 минут, как бы, реакция ноль, получается, альтер-эго начинает бунтовать, и ребенок начинает орать. Вот, ну, чтобы не происходило, вот как бы в интервал 5 минут укладывается, нормально. Так, нормально. Как бы, если в интервал 5 минут укладывается, то нормально. Если больше 5 минут, то начинается вот... Что начинается? Начинается орвыш-вор. Ладно, поехали.
так вот. Друзья мои, вот то же самое. Вот видите? У нас пока рановато. Работает не только вот на близнецах, даже вот в обычной жизни, когда многие режим многозадачности, можно вот так вот сейчас, на... сейчас минуточку. Да блин, где? Да где затык у нас? Да если затык происходит, то лучше, конечно, помощника позвать, потому что бывает же... Не надо... Внимание требуется сейчас, немедленно, так... Да-да-да... Да ёлки-палки! Очень важный момент, лучше вот, извините, вот как бы, чтобы следующее не возникло, потому что сейчас желание близнеца, как бы лучше немножко не добыть, как бы вот так вот. Но сейчас мне это показано, видите, как бы. Если бы был бы еще так, следующее. Показать теорию, ну и я говорю, эта теория работает на всех. Потому что уделяешь внимание, ну, было просто как-то общение, вот все. Единственное, что встреча какая-то как проблема, немножко что-то. А не так выглядит, как ты еще в теории. Ну правда грязные очень сильно. Так. И теперь вот смотрите, вот психологический фактор, вот смотрите, вот. Сейчас, короче говоря, это запускаем цепную реакцию. Хопа. Хопа. Одна. Так, вторая.
Сим. Так и поехали. Так, сейчас я быстро это процедуру сделаю.
Thank you.
cenas um bocadinho. Não é príncipe. Deixa eu ver. Eu não vou te ver. Да, смотрите, как бы так есть. И на это сразу вот так вот раз, и все приключились. Ну там, подожди, сейчас на этом, а сейчас ребенок ждать не будет. Ребенок по-другому устроен. Ему надо здесь и сейчас. Фен, это очень странно, конечно.
Да не так просто, блин. Да, друзья мои, я ошибся немножко. Я как бы хотел одним полотенцем, но, блин. Извините, ну тут индивидуально, да. Вот, понеслась. Ну, почему-то синим, одно на двоих, я не знаю. Сейчас попробую. Да, одно на двоих. Ну я не знаю, может быть, семье денег не хватило, блин, на третье полотенце, я не знаю. Потому что такое счастье может приводить в любой семье, и в богатой, и в бедной. Спасибо разработчикам, хоть интересные места забрали, блин, не знаю. Это скажут, вот что-то не то, блин, чувак, ну, речь не об этом, речь о психологии, друзья мои. Как бы многие думают, что знают, но на самом деле даже я замечаю иногда кучу ошибок. Иногда с одним не могу справиться, а с тремя. Пистолет, который уничтожает твои водные капли, я не знаю, как это по-другому представить, ну просто... Сейчас побыстрее сделаю, так... Теперь момент истины, так...
так же можно рекалики сделать. Сначала рисуем одну. Сейчас, минуточку. Так, теперь вторую. Так, теперь смотрите. Ну тут, в принципе, качели используем. Короче, если в этом случае в первый, то, конечно, какую-нибудь игрушку там дать. Расчесали. Вот так вот, так вот. Вот так вот. Сейчас, милый, сейчас. Так. Спасибо, ребят. Вот так вот 50 минут потратили, чтобы не ходить. Так, ну теперь... Ой, да. Вот знакомая ситуация. Ёлки-палки, мать-перемать. Что-то мне интуиция подсказывает, сейчас две ложки потребуются, да? Нет, одна ложка все-таки. Опять непонятный звук. Вот. Я об этом и говорил. Да ёлки-палки, да игра твоя мать. Да эта игра тупит, сука. Так, это мы взяли. То есть еще из контекстного меню взять ты. Так вот. Отлично. На, держи. На, все окей. На, иду, смотрите, нормально. Чего не нравится, да?
Там дверцы. Да ёлки-палки, да игра, ну... Такая вот и неколёшная игрушка.
Целый час мы с вами потратили, ну, я думаю... Это же... Не зря мы час с вами потратили, мы много чего обсудили, некоторые моменты и так далее и тому подобное. Короче говоря, кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами был Джекро, всем пока-пока. Всем был Джекро, и малышки-тренерки. Вот так, всем пока-пока.